Так. Да, как ты разминаешься, придется сбросить я в вайбере твоему папе. Ну а что делать? Давай, 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 давай. Замучили меня. Демоны. Что ты сидишь? Что ты сидишь? Пришел, давай работай. Не отпущу, пока везде не разомнете. Будете сидеть до 3 часов, до 4. Пришли сидеть. Не можете? Скажите, Юрий Александрович, или я проведем разбивку. Макс, разминайся, Макс. Или спрячься в раздевалке. Что все? Давай разминись. Это ты у Александра Ивановича там. Давай, давай, давай. Бей, бей, бей тогда чаще. Разминайся давай. На дойну тогда. Ну а куда, блин? Еще если я у вас выиграю, блин, у всех, так это вообще, блин, позор. Блин. Мечтайте. Мы не добро в гости, Вы, кто может Александра Ивановича выиграть? Я. А я его бросил. Вы, что ты можешь? Я тоже бросил. Бросил ты его. Даже Максим, он видел. А, видел. Вот у меня видео есть. Блин. Я через спину с колени. Какое видео, что тут нет? Видел он. Ну как-то не веришь. Он Макс видел. Сырбу, зайди там, возьми вот этот. На полу лежит шнур. Давай, 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 давай. Шею разогрели. Шею разогрели, уши разогрели. Нам некогда. Меня вон Юрий Александрович ждет на смертный бой. Коллега в минусах. Ну так плохо. Деньги закончились. Так плохо. Не, я... Были в прошлую пятницу? Нет. А, плохо, да, было. Нет, там парная, все, парную. Пятница сюда. Пятница сюда. Да. Так. А когда будет уже не будет? Парная зачем нам уже? Нет, я еще посмотрю, как это будет. Слушай, я плохо себя чувствовал три раза. Попарился, так плохо чувствовал. Суббота, да. Воскресенье. Когда не ходил. Так. Можно носки сниму? Я и не могу. Опять кто-то вспомнил. Так, сейчас болевой прием. Еще раз показываю, вы делаете. Когда сказал поменяться, меняйтесь. И я не могу. Андрюха. Да, зима. Да, Андрея. Давай. Еще раз. Отсюда. Ну, поставь руку сюда. Значит, держим два локтя. Один отпускаем, по борту не надо. Раз, отсюда, голову наклони. Мэй, цирани, мэй. Еще раз. Я понимаю, что сильный, здоровый. Но когда ты борешься, чуть-чуть голову наклони. Вот так. Взяли. Локоть остался. Поднимаем ногу и руку просовываем. И поворачиваемся, поворачиваемся, поворачиваемся. Под этот раз. И болевой. Еще раз. С этой стороны. Еще раз. Я знаю, вас еще учили там. Еще раз. Локоть. Держим. Зачем мы здесь руки держим? Для того, чтобы вас не задушили. Куда-то не пошел. Не надо держать, как вы за отворот держите. Я не знаю, как вы держите, что он проходит. Вы держите за локти. Отпускаете руку. Подняли новую руку. Раз. Ногой чуть-чуть помоги. Хоп, хоп, хоп. Видите, я его бью под мышку. А это я держу здесь.
Раз. И пришел. Так, Макс. Значит так. Я с Руском. Руском сюда. Так. Макс, сколько работает? Мне нужно, чтобы количество. Так, Ваня сюда, переводи туда. Все по туда. Все, поехали. Делает Серго, делает Андрей, делает Макс. Все, поехали. Время пошло. Держим локоть. Стоп, локоть держим. Еще раз, еще раз, еще раз. Держим локоть. Смотри, и здесь, и тут. Теперь все будет в центре. И головой туда. Андрей, в центре, головой туда. Еще раз. Еще раз. Раз, стоп. Не ставь эту ногу. Если ты поставишь ногу сюда, он тебя крючнет в ноги. Голове, не хочешь. Ногой. Давай. Толстый голову. О, и когда он падает, то тогда ставишь его. Давай. Смотри, центру! Давай. Еще раз. Руки выше возьми. Вот здесь. Не тут, а вот здесь. Пошел локоть вытащи. Так. Стоп. Еще раз лучше ставь. Ногу не снаружи, ногу изнутри. Да, отсюда. И не спеши. Поворачивайся. Ногу. Еще. О, вот сейчас. Да. Хорошо. Тебе что, так удобнее? Или так? Головой туда. Давай. Андрей, стоп. Еще раз. Почему он ближе туда к нему? Подтяни его. Так. Выше возьми. Вот так. Так. Поднимай руку. Опусти его. Поднимай ногу. И теперь двигайся, ногу ищу. Вот. Вот так. Пошел. Что делать? Так. Где моя палка? Давай. Раз. И вправо-влево. А что у вас падает там? Мусор, блин. Вытянул туда. Пошел. Хорошо, пошел. Пошел, давай. Сразу мама шакует. Ну что, палку не видел? Так, если едете, пацаны, палки нет, буду бить мячом. Далеко, очень далеко. Эй, ты не держишь, он локоть вытащит. Выше руку возьми. Что это? Вот, блин. То рукой далее возьми выше. На настоящий меч. Давай работай. Так, похолбе. Давай. Еще 30 секунд. Меняемся. Еще раз. Двигайся, Андрюха, жопу двигай. Вот так. И не спешите за голову закидывать. Вот ты поменяли второй номер. Второй номер. Дай мне эту ногу. Да. Еще. Вы поменялись? Ага. Да. Отпускаешь локоть. Поднимай ногу. Еще. Вот теперь. О! Молодец. Да. Еще раз, давай посмотрим. Так, взял захват, локти. Так, один локоть отпустил. Какой отпустил? Это, значит, эту ногу поднимаешь. Так, стоп. Да, двигайся сюда. Еще. Изнутри. Толкай ногой. И сюда. Сядь хорошо, колени вверх. Ты как-то так боком. Давай. Давай, работать. Так, нет, не эту ногу, рядом, ближе, смотри, вот так. Да, вот,
двигайся, двигайся. Опу, попу не выбирай. Смотри, знаешь, если ты так стоишь, ты должен сделать сюда кувырок. Значит, ты должен развернуться. Ты не доворачиваешь. Давай. Хорошо. Хорошо. Но я боюсь, что все-таки вот сможешь убежать туда. Локоть низко. Так. Так. Еще раз. Когда он начнет делать руку, отпусти и держи. Нельзя уйти. Хорошо. Маша, ты уйдешь. Только запись. Ловишь, он бежит. Когда он начинает делать, когда он начинает делать. Тебе попал как раз бежишь. Попробуй. Еще раз. Я не могу достать, я понемножку. Просто попробуй. Раз, локоть. Уже поздно. Уже поздно. Стоп, стоп, нет, уже, если так попалось, уже поздно. Держи. 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 Еще раз хочу. Давай еще раз хочу. Если я отпускаю, мне кажется, если я отпускаю, я могу ее бить. Если он держал, поэтому он и ничего сделать, мне кажется, не мог. Если ты отпускаешь его сюда, вот попробуешь, хорошо? Не надо жестко, не надо сильно. Делай! Попробуй. Вот получится уйти или нет? Или это просто у меня рука такая маленькая? Я и делаю, когда он не подозревает, что я хочу сделать этот прием. Вот как только эта позиция случается, у меня уже жопа все подозревает, что ты хочешь делать. Ну, Мате, так, значит, внимание, Макс остается. Значит, смотрите внимательно сюда, что мы сейчас делаем. Значит, сейчас вы, если получится, я сюда, вставай. Так, дальше я лег. Держи, тренер, сюда. Не чувствуешь. Значит что? Смотрите внимательно. Отпускаем локоть, да? Раз. Переходим сюда. Раз. Переходим. Оп, сюда. Ногу за голову не надо перебрасывать. Просто ставим. Раз. Раз. За счет вот этой ноги. Видите, я поворачиваюсь. Раз, раз, раз. Оп. Сюда. Оп. Здесь мы уже. Мы здесь руки уже сильно не держим. Даже ниже. Почему? Потому что мы не делаем до конца. Пошли в первый номер. Пять прямо, пять влево. Пошел. Право, влево. Ноги не опускаем. Ноги на этот не ставим. Ближе от люка, то очень далеко. Раз. Ноги вверху, мы выворачиваемся. Вот, ногу с одним вот этот, который. Ну, не ставим ноги. Вот. Еще больше Андрюха. Во! А вот попробуйте, как Андрей. Андрюхи хорошо любите. У него ножки худенькие. Сам он худенький, высокий, поэтому ему легче даже сделать. Мне было тяжело, что я толстый. А ну, Андрюха, покажи. Смотри. Раз, даже ногу ставит. Вот кто такой худенький? Да. А кто от силы растолстел? Хорошо, моты поменялись. А держать надо руки. И не локти уже держать, уже ниже просто немножко, чтобы... Раз. Плохо. Плохо. Делай, делай, делай. Еще. Еще. Ногой. Ногой помогает. Двигайся. Двигайся. До конца ногу забрасывай. И ногу забрасывай. Оп. Да. Теперь в другую сторону. Вот. Правильно. Ноги. Ноги не ставим. Ноги не ставим. Вот. Вот. Смотри, как вот. Вот, Денис, да? Давно надо было сдавать. Вот сюда. Пошел, пошел, пошел. Мате, поменялись. Макс устал, поменялись. Ну, ну, право-влево. Право-влево. Ноги нас... А, вот моя любимая палечка. Пошли. Так. Так. Так.
Пошел, пошел. Вот это, да, за это цените. Ну, я пошел. Так, стоп, Матвей. Ой, пацаны, сколько я делал для того, чтобы вот этот... Я на республике сделал. А, иди сюда. Значит, что вы сделаете сейчас? Становись. Значит, посмотрите внимательно. То есть я на коленях, он на спине. Представили, да? У вас руки. Вот. Или так. То есть в одну сторону смотрю. Я отсюда беру, поднимаю и делаю дышание. Еще раз, видите, вот эта штучка. Раз, оп, и делаю дышание. Отсюда. Раз, и делаю дышение. Раз, и делаю дышание. Не сверху, снизу. Раз, два, встали стойку. Пошли. Первый номер, потом второй номер. При нынешних темно. Да. Пошли. Стоп, не надо сильно, потому что это. Потихонечку, раз, посмотри, еще раз. Самое главное, вот подними, оп, движение, все. Поднял сюда, а это раз опустил. Тем более у него. Хорошо, поменялись. Второй номер. Если хороший кимоно, то да, то да. Вам помочь? Нет. Покапать. Давай. Поменялись. Хорошо, Матэ. Понятно. Отсюда. Еще раз. Отсюда. Вы душили, когда вот так душится. Еще раз. Сейчас уходите. Смотрите, какой кимоно. Если кимоно никакое, тонко, то можно душить. Если кимоно вот как у меня или как у Макса, не пытайтесь. Можно показать, но не делать. А теперь смотрите дальше. То же самое, руки идут. Видите? Оп. Да. Партнер. Хоп. И удушение. Еще раз показываю. Стойки болевое удушающее нельзя отдушать. И со стойки в парту тоже нельзя. Одно время можно было и в стойке с партера, сейчас продушают. Еще раз, посмотрите. Видите, не здесь, а вот сюда. Вот. Снизу, оп, и отсюда удушение. Отсюда раз, и отсюда удушение. Пошли. Так. Еще раз показываю. Вот поставь руку. Как можно выше, вот сюда. Оп, и отсюда снизу под рукой. Пошли. Да что вы все время, стараетесь неправильно сделать, ну жестко. Выше. Выше. И вот теперь все. Все. И жестко. Оп-оп. На. Берешь сюда. Потом, смотри, берешь и снимешь. Раз. Оп. Ну, душа. Давай. Еще раз. Поменялись. Еще раз. Самый мне нравится поцелуй, который делают неправильно, но который делают сильно. Вот эти нравятся. Стоп. Еще раз. Как можно выше. Если здесь... Да, просто вышло. Оно не пошло. Стой. У меня большое. Да не нравится. Вот. Я просто, видишь, я ставлю сюда немножко, для того, чтобы не было больно. А ты берешь отсюда, отсюда еще раз, раз, и ставишь сюда, вот этой штучкой, раз, чтобы ему не было больно. Это же друг. Враг. Хорошо. Давай, Илья. У тебя опять коробка, да? Все, давай. Так, Матвей, значит, внимание сюда. Макс ложится. Да, ты между ног, твоя задача его задушить. А мне болевой, да? А как ты делаешь болевой? Давай. Твоя задача задушить его, а ты делаешь болевой.
пожалуйста. Ты делаешь удушающий? Нет, ты делаешь удушающий, а ты полюбуй. Все, отжимаем. Стоп! Учебно-тренировочная схватка с заданием. Один душит, один делает болевой. Отжимаем. До души. Так ты давай ему душить. Не надо, остановитесь. Чувствуете, попали. Все. Разбил? Не очень, да? Это пора. Женька, там вот возьмешь разумножку. Давай, пожалуйста. Можешь пробежаться, можешь не пробежаться. Ну бери. Вот туда, да. Вот там можешь, да, разминайся. Там можешь. Вот смотри, женщина, вот там и там. Давай, давай, давай. Кто? Раньше кричи, кричи. Не надо хлопать. Там давай, давай. Что, друг? Ну. Я когда чувствую, что не было больно. Не, ну давай. Ха! Все, что он испугался. Мастер, ты чего это? Вот чемпионат у меня. По всем недоспорам. По всем недоспорам. Что это пассажир? Это будет пассажир? Там вроде уже нет. Должно было быть. Давайте, 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 давайте. Матея, поменялись. Второй номер. Пошли. 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 Пошли, пошли. Матэ, стоп, Матэ, Матэ, значит, Матэ, мастер, я сказал Матэ, сели на колени сели, смотрим на меня, Макс, иди сюда, Макс должен меня задушить, во-первых, у вас есть. Во-первых, у вас есть колени. Вот делаю удушающий. Видите, я его не пускаю за счет колени, он просто очень тяжело. А зачем мне все это делать? Для того, чтобы потом резко раз уйти и сделать. Раз, садись. Два. Макс взял и начинает делать. У вас есть рука. Вот она свободная. Какой рукой делает? Пятой? Куда он делает? Сюда? Возьмите вот сюда, поставьте и делайте. Вот, видите? И у вас уже тяжело. Даже если он сюда забрался, вы здесь можете сделать. Два. Но есть еще один способ противнику сказать «Ай-яй-яй». Вот Макс, когда начинает душить, у него самое что? Ах, чуть души не вот так. У него самое слабое место – это лопать. Сюда, под... чуть-чуть. А он сразу понимает, что, блядь, всегда душить нельзя. Бить нельзя, потому что лопать может вылить. То есть сильно нельзя, но... Еще раз. Я никогда не писал в комнату. Еще раз. Начинаем. Раз. Рука и локоть. Да? Есть еще вот движение. Да? Вот. Вы ставите, чуть-чуть поворачиваетесь. Раз. Руку и опять вот сюда. Вот поэтому я и говорю, что вы должны держать здесь пока. Здесь. Чтобы он стал душить. И когда он забудется, когда вы перехватываете и делаете болевые. Пошли. Вперед. Вперед. Боремся. Боремся, Андрей. Мы боремся? Нет. В этом все, в этой ситуации. Макс. Да, не Макс, Денис, туда, все сюда. Сюда. Да, я ему. Давай, 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 давай. Пошли. На колени. Здесь. Здесь на тем, на тем, на тем, иди сюда, шире уши, вот сюда,
ты делаешь ему больной, делаешь три раза, потом он три раза. Где два раза, он три раза. Все, пошли. Да, да. Подвиньтесь сюда чуть-чуть. Подвиньтесь сюда еще. Андрей, вот эти два. А вы вот эти два. Ты делаешь ему, ложишься на спину, делаешь болевой. Делаешь три раза, он смотрит. Пошли. Еще раз, еще раз. Ты делаешь на силу. Это хорошо, на силу. Откройся, пусть он тебя душит. Тогда воспользуйся тем, что он начинает душить, тогда делай ему болевой. Ты еще пользуешься, что у тебя вес, силы много. Вот. Пост ты уже сдал. Андрюха. Андрюха. Ты уже сдал. У тебя колени есть? Стоп. Борик, работай. У тебя колени есть? Есть. Чего ты его пускаешь сразу? Какое у него задание? Задушить. У тебя задание. Болевое. Других заданий нет. То есть он не может там быть. Так не отпустил. Колени к себе прижми. Давай. Нет, опять ты не там делаешь. Стоп, смотри. Что ты здесь делаешь, понимаешь? Что ты его делаешь? Что ты? Я вообще шутил. Андрюк, выйди, Макс, сюда. Что ты его держишь здесь, объясни мне? На самом деле, опять вот, да, вот держи, вот не давай работай. Да, Андрюк, а ты так, да. Еще сюда, все. Да? Давай. Давай. Пошли. Андрей, стоп, поменяйся. Здесь. Давай, Коль. Оп. Вам, стоп. Куда? Молодец. Чувствуется, что тут тренер сидит, хочет заниматься. Блин, никакой. Есть нам тренер. Тренер никакой. Да он онлайн, чтобы тренер. Коля, хорошо, сейчас держи. Дальше что? Держи локоть. Отпускай. В разных вариантах. Я вам показываю такое. Отсюда. Отпускаешь руку и поднимаешь руку и ногу. Дальше. За счет этой ноги ты двигаешься. Что делает рука? Она помогает. Она между ног и двигается. Раз. Не надо ногу ставить сюда. Раз. И когда он падает, оп, и тогда прихватывает. Еще раз. Отпустил, ногу поднял. Раз. За ножку. Здесь. Оп. Ишь. Хорошо, ты делаешь, что ты делаешь. И побыстрее, чтобы мы в борьбу вошли. Смотри. Очень слабый. Да. Надо было его пригласить порубить дрова. А самому отдыхать. Андрюха, сюда. Сюда, Андрюха. Ваня. Сюда, вот сюда. Давай сюда. Он тебе делает. Вы боремся. Пошли, боремся. Один снизу поработал, поменялись. Пошли. Вы боретесь. Один на спине, один на колене. Пошли, один душит, один это. Еще. Там боремся. Ты кто душит? Он душит, ты болевой. Все. Прошла комбинация? Хорошо. Не прошла, тоже хорошо. Стоп, блин. Жень, не надо тащить. Мне нужно просто движение. Тащите отдельно, похоже. Давай, Коля. Цели кот! Локоть держи! Где отпускаешь? Ты не борешься. Хорошо. Так, теперь. Двигаешься. Стоп. Где должна быть? Наоборот, в эту сторону. Попу, в эту сторону. Нет, попу в эту сторону. Да. А руку держи. А это между ног. Еще сюда поворачивайся. Вот туда еще. А ногу? Еще раз. Давай. Коля, быстрее. Делай болевой. И меняйтесь там, Макс. Так, не смотрите на него, он там воду пьет, еще что-то. Витамины глотают.
Пошли, пошли, пошли.